Вот пришел кот с гулянки. Сейчас посмотрим. А я рыбу привезла только что из магазина рыбу. Посмотрим, как он среагирует. Сейчас кот будет нервничать, ходить полдня, блин. Васюль, коробочка волшебная. Не положено пока что, Васюль, попозже. Попозже, Васенька, будет. Я буду садить рыбку скоро. Тебя угощу. Он сейчас будет переться такой, тащиться. Он у нас иногда это крадет рыбку со стола как-то. Был застукан. Рыбка оттаивала. Сейчас вот она оттаивает, да? Засолить хочу. Кот проявляет собачью выдержку. Ой, такой начал тереться. Вкусный запах. Омега-3 масла, да, Василь? А вот нельзя. Он знает, что нельзя. Не кидается, вот, да? Ну, зверь же, казалось бы, кинулся, да, на дичь вот так вот раз. Ну, понимаешь, что нельзя. Не его, а чужое. Чужое не тронь. Да, Василь? Ну дайте рыбы-то без разговоров-то, да и все. Василь, ну попозже. Почему не сейчас? Почему бы не сейчас? Ну, Василь, посмотрим, как он сейчас. Он начинает стелиться, начинает тащиться по полу, начинает мурчать. Ну, знает, что чужое. Умные, вообще умные животные до того, вот какой-то помойный Вася, да, и такой умный. Понимает, что это чужое, что нельзя, что получит по сапатке. Вот рыбка оттаивается. Вот котик. Василь, запомни лишь такую фразу: все будет, но не сразу. Просто реакция интересная. Ничего, ничего, я не мучаю тебя, Вася. Просто попозже сейчас будет подхалимничать. Вот он. Вот он, че трется сразу. Василь, просто чуть попозже, хорошо, Василь? Потерпите немножечко-то, моя кошечка. Ну, потерпите вы немножечко, рыбка вкусная. Солененькая будет рыбка.